Таких обаятельных 19 команд из Курганской, Челябинской и Тюменской областей. Некоторые коллективы сформировали незадолго до участия в Кубке, писали выступления в быстром режиме. Последнюю ночь уже не спали особо, да. Писали, репетировали, да. Можно сказать, весь сценарий главный был придуман под конец. Да. Типа, сначала мы его очень много раз переделывали. Да. Мы писали всю ночь, а утром спали. Теперь спать некогда. Зрители собираются в гримерках, продолжаются репетиции. Мама, привет! У зрителей есть любимые команды, правда, не местные, а известные всем. Там Азамат участвует, и там еще... Камызяки. Среди местных КВНщиков камызяк нет, зато есть свой Гусман. Я вот 20 лет уже сужу в КВН, председателя КВН. И чем дальше, тем больше у меня появляется и крепнет мечта, чтобы мы начали выступать на каком-то общероссийском уровне. В помощь школа КВН. Накануне Кубка в Курган приехал чемпион высшей лиги в составе команды БГУ, стендап-комик Виталий Коломеец. Он работал с командами за несколько дней до фестиваля. Как придумать шутку? Как вообще подступиться к придумыванию материала, к его созданию? Это первое и, ну, действительно самое важное. Чем ты нам можешь помочь? Да вы что, меня в этом городе каждая собака знает. Здорово. Среди специальных гостей глава региона Вадим Шумков и еще один КВНщик, участник команды «Будем дружить с семьями» Руслан Новиков. Благодаря поддержке наших земляков, ребят, которые занимаются КВН, которые живут в Москве, и есть возможность их и финансово поддержать этот приезд, то, что очень тоже важно, провести такие потрясающие мастер-классы и пригласить жюри, это конечно, для нас это праздник. Победителя выбрали в трех номинациях: в ясельной, средней и старшей группах. Спецприз получили дебютанты игры «Команда не сезон». Дарья Хайдукова, Алексей Тадеев, Алексей Усольцев, «Вести Зауралье». Новости в нашем регионе. Всего доброго, до встречи.